На связь с городской администрацией вышли все районы курорта. Главы районов и городские службы отчитались о проделанной работе. Город обильные осадки и порывы ветра пережил относительно спокойно, отметил Анатолий Пахомов. Но проблемы возникли с электросетями. Без света остались около 16 тысяч человек, в основном жители поселков. Это Буу, Вардане, Детляшка, Барановка, Верхний Юрт. Частичные отключения коснулись Бытхи и села Раздольное. Весь день и ночь в Сочи работали более 200 аварийных бригад. Ближе к ночи удалось запитать всех абонентов. Отчитались на совещании. Тем не менее, к энергетикам у Анатолия Пахомова остались вопросы. Главное, почему не использовали альтернативные источники энергии. Дизель-генераторы в Сочи закуплены в необходимом объеме. И у нас была договоренность, что Кубанинерго не испытывает нервы наших жителей, а могут все что угодно делать. Пожалуйста, ремонтируйте кабель. Но произошло отключение. Быстренько подогнали дизель-генераторы, подключили их, вот, и дальше занимаетесь ремонтом кабеля. По прогнозам синоптиков, в Сочи сохранится неустойчивая погода, поэтому все бригады, дал указание Анатолий Пахомов, продолжат работать в режиме повышенной готовности. Особое внимание, отметил мэр, стоит уделить состоянию дорог. Они должны быть почищены, а на случай гололеда на улице оперативно должна выйти спецтехника.